Проезжаем по таким вот красивым. Красивые такие домики здесь. DSLD Orange Gardens. Здесь вот красивые такие почтовые ящики long вот enough в каменном таком исполнении. Интересные домики, вот такие почтовые ящики, да, кирпичные, смеси выложены кирпичом. Интересно. Солнечно сегодня, 24, но уже вот такое ощущение, как лето, потому что даже неделю назад, когда было 26, ощущалось, что прохладно. Пальмочки маленькие такие, пальмочки интересные, да? Как будто они, как будто те пальмочки только недавно посадили, да? Красивые такие большие вот. Дома, тут угодья, тут так расположены. Видите, сколько, какая большая у них, какие участки земли. Ой, тут прям дорога такая аж трясет. Что я вам показываю? Изгородь живую, да? Так, из растений имею в виду. Ну да, такие вот теремки, дома, да, вообще супер. Классный вот так вот. Супер, вон там коровы, там еще домик. Класс. Такие опять вон теремки. Хорошие дома здесь. Я не думаю, что они дешевые. Этот новый какой-то, тоже новый. Это не дом, это дом, да. Это дома, я думала, не дома. Приехали на новые... участок, где будут новые дома, а тоже один из, ну не, в общем, какой-то, тут как три деревни Orange, один город, вроде две деревни, они все там, это, по-моему, Orange Field, и такое вот озеро, вы представляете, вот дом, ну вот это офис, да, получается, его потом или продадут, ну не хочу там показывать, там стоят люди, да, или его продадут, или его будут сдавать в аренду, вот возле этого дома, да. Вот такое вот озеро, это вообще супер. Просто я не знаю, здесь есть аллигаторы, здесь могут быть аллигаторы, да, опасно плавать, не знаю. Но вообще, ну здесь рядом Луизианы, в Луизиане очень много аллигаторов. Но вообще супер, я бы сейчас даже поплавала. Интересно, эта вода теплая? О, старость, не радость. Слушайте, вода такая теплая вообще. Ну, то есть не то, чтобы так теплое для купания, но не холодное для того, чтобы вот так случайно оказаться в воде и холодно. Вообще классная вода. А, вот такой вот еще мы приехали смотреть домик. Это тоже офис пока что в Orange City. Это значит, как обычно, у них гостевые, да, где здесь у них расположены все вот материалы. Ну, такой вот столик, кстати, классный. Вот я, блин, все думаю, нам в маленькую... Ну, это как гостевые, как спальни детские, да, вы понимаете, да, уже вот кто смотрел мои обзоры, ну, они, в принципе, все здесь одинаковые. Здесь офис, здесь вот одна спальня, вторая спальня, да. А вот такой столик мне понравился. Вот я обзорщик, да, все, все для себя, все для себя. Так, здесь туалет, ванна. О, мы сейчас выходили, там смотрели озеро, да, которое во дворе. Ветер такой. Ну, я ж не себя показывать пришла. Так, все тут как обычно. Вот плафоны похожи у этого застройщика. Краны вот такие вот черные. Туалет, все вот эти вот держатели для полотенец. Так, ванна. А тут даже я смотрю, что вот этот штатив для шторки. Хм. Вот, и здесь еще есть, да, оператор я от бога, такая вот кладовочка, как и у нас тоже есть. Так, дальше. Здесь сразу вот попадаем мы в ливинг-рум, да, здесь вот стоят диван, кресло, такой вот комод, картины, как всегда. Красивый такой вообще супер комодик вообще.
Отсюда мы идем, наверное, это мастер-бедрум, я так понимаю, они так громко разговаривают. Да, это мастер-бедрум, это основная спальня, значит, спальня хозяев. Тоже карпет. Как они здесь вот его заделали? А, они здесь его заделали. А у нас вот здесь он сыпется. О, теперь я знаю, что они могут это сделать. И пускай будут добры и у нас это сделают. Сейчас скажу риэлтору. Так, ну вот такая шикарная кровать, тумбочки, комодик и вид. Вы представляете, вот здесь вот жить, вид, а там озеро. Вот когда я выходила, вот я вам показывала, ну, вот представляете, жить вот так вот, выходишь, а там крокодильчики плавают, аллигаторы. Ну, вот риэлтор говорит, что вполне возможно, вполне возможно. То есть, конечно, плавать опасно. Он может, если его нет, он может откуда-нибудь появиться. Не знаю, как он там передвигается по суше, куда он. Так, потом здесь, значит, мастер-бедрум. Блин, как классно. Чем дальше вглубь, тем лучше дома, мне нравится. Но здесь далеко от цивилизации, ну, от Луизианы ближе, от города Ориндж нормально. В городе Ориндж там и, ну, короче, город. Он город Ориндж. Там много чего есть интересного и большие... продуктовые магазины, ну, нету таких молов, ну, есть предприятия какие-то, есть какие-то здравоохранительные организации, где можно работать, это я про себя думаю. Так, значит, вот это шикарные шкафчики мне понравились, одно зеркало, и, ну, плафоны одни, один, в смысле, ряд плафонов, как у нас два, 4, 4, 8, да, две раковины, супер, это у нас какая-то кладовочка, такого у нас нету. О, сколько тут всего. О, понятно. Потом здесь вот душевая. Да, такая вот точно. Один в один, как у нас. Ванна такая же, к чему квартиры. Ой, картины в возле безрум, возле ванны, непонятно, возле без. Такое же окно у нас. Туалет. Здесь прям такой вот в нише. Да. Немножко по-другому у нас в нашем доме. Ну и здесь такой вот клозет. И он получается один, да? Один. Даже подушка. Можно поспать. Один на двоих? Ну да. Один. Хм. И тоже здесь вот заделано. Вот видите как? А у нас просто сыпется и дырка. Я даже не показывала. Я была вообще расстроена. Они вот... Ну, в общем, пускай делают. Так, это dining room, такой вот тоже маленький столик, как для нас, так и такой был хорошо, но Билли захотел побольше. И здесь вот такая вот кухонька, темная здесь шкафы. Интересный цвет такой вполне, да, интересный. И здесь островок, да, островок такой тоже. Это получается промежуточная комната между кухней и... Где тут ландри? Вот это там гараж, где ландри. Вот здесь вот, да? Для моющей, для посуды, господи. Для стиральной машины, для сушильной. После хочу, говорю, хочу заслушать, заглушить их разговор. Там, наверное, гараж. Я так понимаю, это... Нет, это шкафчик. Классно, здесь шкафчик еще один. Реально мне нравится это. Так, это вот, как у них всегда, тут где тумбочка, где... вообще, как прихожая, да, можно сказать. Где тумбочка, где стол. Да, гараж здесь. Вот, я видите, какая наглая. Обшары у них все, что есть. Надо закрыть или не надо закрыть. Ну вот. А это что здесь? Это кладовочка, да, пентри, как она называется, где здесь свет включить. Вот здесь вот она вроде бы немножко меньше, то есть внутри как бы вместимость меньше, да? Или дверь тут забирает пространство. Ну, вот они отошли там, так я вот сейчас покажу этот остров, да, вот как он смотрится. А вот просто как мне говорили, вот поставь туда диван, поставь сюда, сделай то, сделай то. У них, видите, определено, что, ну, американцев вот в домах, это living room, значит, зал по-нашему, да, но он не огорожен ничем, да, понятно, что вот такой, из него туда, вон, спальню, да,
Окна, видите, на озеро выходят из living-room, из dining-room. Dining-room – обеденная зона, да? И из спальни. Тут вообще вот этот дом, конечно, просто супер, блин. Я говорю, Билли, все, покупаем второй дом. Да, и вот такой вот остров. Они везде вот эти вот делают на кухне такие острова. Ну, мне нравится. Раковина один в один, как наша. Такая же. Вот видите, мне идеи для украшения, да? Такая же, такой же кран. Плита такая же, того же бренда, вот это Frigidaire. Плита и микроволновка огромная с вытяжкой. Цвет хороший. Мне нравится вот цвет вот этот. И здесь потолки ниже снова, вот как в предыдущем я снимала, не так, как у нас. И поэтому шкафы ниже. А у нас там высоченные, я до последней, до верхней вот этой вот шуфлядки, которая там еще, я не достаю. Надо на стульчик становиться. Ну, конечно, холодильник не входит. И стиральная сушильная машина не входит. Электрическая плита, микроволновка и посудомойка вот входит. И вот отсюда, с этой дайнинг-рум, с обеденной зоны, значит, выход на бэк-ярд. Вообще супер. Да, не знаю, открыто выйти. Закрыто. Ну, я-то могу открыть. Ай, что-то, ну ладно, не буду.